have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и с вами в экзамене. У нас вот это вот местечко вот это вот, где у нас находится, собственно, запертая дверка, через которую я так хотел пройти, искал к ней ключик, и ключик, видимо, все-таки где-то существует, но... спасибо тому человеку, кто мне... Ну, не то чтобы это подсказал... Ну да, подсказал, грубо говоря. У нас была некая дискуссия насчет того, как же, черт побери, попасть в это гребанное место. И эта дискуссия в обсуждении с поднятием мертвецов и всякое такое привела нас к вот такой вот идее, что я думал изначально поднять мертвеца, чтобы им экспериментировать, строить мосты. А мне такие говорят: чувак, а почему ты там не хочешь поднять мертвеца? Я такой: блин, а я об этом даже не подумал. Не подумал я об этом, потому что мне казалось, что мертвеца я могу поднять только в непосредственной близости от себя. Поэтому... Так, сначала надо, видимо, поднять, потом починять, да? Сейчас будем экспериментировать все эти дурацкие штучечки. Что-то получилось, прикиньте. И в него можно вселиться. Так, дружище, ты вообще кто такой? О, у него записка есть! Это какой-то персонаж прям. Так, сейчас на ваших глазах творится история. Я попал в то место, куда я раньше ни разу не мог попасть. Поэтому, все, секунду, сейчас. Так, дорогой Темин, сейчас я прочитаю и быстренько вернемся. Так, да, дорогой Темин, да, я надеюсь, что это письмо найдет тебя в здравии и в хорошем расположении духа. Ты всегда был предводителем людей. Я уезжаю со следующей группы в течение 5 дней. Надеюсь, когда-нибудь увидеть тебя, и ты будешь в порядке. Я бы в любом случае оставил бы словечко после себя, но сейчас я вот в этом письме хочу предупредить о большой опасности. Тут есть кто-то, кто в самом деле может повелевать, ну, поднимать мертвых, и он это в самом деле делает, ты должен остановить его. Иначе это будет еще одна большая опасность на нашу голову. Plate Armor, у него, короче, неплохая броня, кстати, такая. Я там, на секундочку, перед началом серии взял и улучшил все, что на нас было одето до максимума, а то мы копили-копили эти камушки. Хм. Окей. Да, эта дверка не открывается, но наконец-то мы смогли попасть в то место, куда мы не могли попасть. Главное не свалиться сейчас, пожалуйста. Я не вижу ни чертища, что тут происходит. Так, вот, собственно, зелька, которая меня привлекла в прошлые разы, когда я сказал, что сюда точно можно попасть. Я по вот этой зельке... На самом деле, мне тогда казалось, что это какой-то артефакт, который... тут лежит. Но это просто... Хорошо, в любом случае, даже просто зелька уже не просто зелька. Так, куда я тут могу пойти? Могу сюда пойти. Надо бы, может, старушку взять, что ли, не знаю. Тут где-то... Что-то там с Петом лежал? Хоть какую-то оружку возьму, я не знаю почему. Не знаю, есть тут кто-то, нет, но с оружкой просто чувствую себя поспокойней. Черт, тут нифигища не видно. Стоп, а тут, собственно... Это закрытая территория, да? Погодите, ну должен же быть способ как-то попасть. Тут дверь, не дверь, блин, я не вижу ни черта на самом деле.
Прикиньте, я тут сейчас еще и залагаю. Так, это можно подвинуть? Там ни чертища не видно. Ну хорошо. Я просто пытаюсь смотреть по карте. Вот эта комнатка, она вроде как закрытая территория. Я не знаю. А, вон тут можно пройти. Все, нормально. Так, что у нас здесь? Я бы его броньку забрал. Хилочку у него бы забрал. Но это ж не просто так. Это здесь сделано для чего-то. Вот, можно выйти сюда. Ящичков тут вроде как... Это не ящичек. Просто бутылочка, но бутылочка... Без никто. Блин, мне бы сюда какое-то освещение, какой-то факел там, не знаю. Прям хорошо было бы. Ладно, в любом случае, это место, в котором мы не были. Я до него добрался. Я чертовски рад, что я до него добрался. Каким уж способом, это не важно. Но я здесь. Так, что-то там дальше темно, я не хочу сильно идти. Ну и по... Ох, черт. А, тут есть еще вот такое вот местечко. Со шкафчиком. В шкафчике... Ну нет, в шкафчике только сапожки и, ну, мешки с непонятно чем. Не, в этом шкафчике нифига. Так. Знаете, что нужно попробовать? Нужно попробовать... Тут еще шкафчики. Перчатки. Кружечки. Так. И вот тут есть проход. Я вроде как то ли могу в него зайти, то ли не могу. Не знаю. Я, честно, боюсь сейчас просто свалиться и упасть к чертям. Давайте я сейчас хочу кое-что попробовать, если мне получится. Просто я вот тут в темноте не могу понять по-человечески, как пройти. Сейчас, ребят. Я пришел отсюда. Каким образом можно передавать себе шмотки? То есть было бы здорово, если бы я мог бы сейчас обменяться как-то вещами. У меня есть определенные идеи. Стоп. Вот тут можно было пройти, да? Хорошо. Внимательно смотрим. Свиток можно сюда положить, да? Да. А, он падает. Это очень такое неустойчивое место. Ну, черт с ним, со свитком. Я-то его прочитал, мне это несложно. Мне бы... Так, поговорить я тоже не могу. Как бы он не сдох, если я сейчас выселюсь из него, а? Можно так сделать? Ну-ка, рискуем. Два. Так, Т. Покажи эквип. Где наш... Ай, блин, у тебя нету... Где наш был второй шлем с визором? Мы его выкинули, да? Блин, это печально, если так. Хорошо. Так, Т. Жди меня здесь.
Фух. Так, секундочку. С2. Да! Я передал ему факел. Отлично. Хорошо. Вот, с факелом я буду чувствовать себя гораздо лучше здесь. Факел у меня, правда, только один. Я вообще хотел ему передать шлем с визором, но ладно. Раз у нас второго шлема нету, я его где-то то ли оставил, то ли выкинул. Тоже мой косяк, но ладно. Знал бы, что будет такое, наверное, бы так не поступил. А, вот как тут можно пройти. Видите, я тут просто в стуле запутался и не понял, что происходит. А тут проход есть. Не то, чтобы он мне сильно нужен, я там улечу просто нафиг, но он есть, хорошо. Так, здесь. Какой-то вид. Прохода вверх есть, вот, да, по карте. Блин, я его еле нашел. Странно. А зачем нам тогда сюда? Тут вон дальше как бы какие-то места, но туда я пройти не могу. Хорошо. Не падай, не падай, пожалуйста, все. Не щемим больше. Так, ладно. А, сюда, может, можно пройти? Да, кстати, можно. Я не буду бежать, ну его нафиг. Это у нас обратно перешей к пропасти вот этой, да? Да. То есть можно было там пройти. И тут пройти. А. Но это же все здесь не зря, это же все как бы сделано же для чего-то же, да? Хм. Окей, сюда можно забраться. Для чего? Это, я так подозреваю, как раз то самое местечко, куда я, наверное, мог бы прийти, если бы у меня тогда получилось с досками, что ли. Да, видите? Спуск с этой крыши. Не застревай, пожалуйста. То есть, ну, наверное... Чисто теоретически сюда можно было прийти, просто я упал. И вот через здесь можно было бы пройти, так? Так, хорошо. То есть это как раз на тот случай, если у тебя нету магии, или по крайней мере нету магии поднимания мертвецов. А вот в этом случае она у нас есть, и поэтому мы сейчас ходим за вот этого кореша. Получается, проходишь здесь, и у тебя, типа, все в жизни нормально. Идешь туда и получаешь хилку. Вопрос. Все ли дело только в хилке? Потому что, ну, если так, то я уж не знаю, насколько это хорошая затея. Так рисковать? А это риск огромнейший, напомню, потому что, собственно, я свалился, пока я рисковал. Просто за хилку. Здесь должно быть что-то еще. Пойдемте посмотрим. И тут, по идее... Смотрите, знаете, в чем прикол? Возможно, ключ от той двери находится как раз именно здесь, а не там снаружи. Рассчитано, что ты по тяжелому пути вокруг придешь сюда, тут найдешь ключ... Может, ну, если мы его тут найдем, это, по крайней мере, будет иметь некую логику под собой. Какой-то камин. Да, эти все шкафы, это я уже лутал. Я тут был просто без факела. Я сюда вернулся. У нас тут шляпа модная, зеленая.
Да, здесь у нас просто пропасть. Погодите. А это что ли тогда... Как бы... Все? Это все, зачем я здесь пришел? Стол я обыскал. Записку в друге нашем этом я нашел. Она, к сожалению, упала, но черт с ней, я ее успел прочитать. Пару шкафчиков. Хилка. Ну, на другальке нашем броня, которую, типа, можно восстановить, и она неплохая. Да, но... Тут шкафчик, в котором тоже ничего. Погодите, ребят, а смысл тогда этой локации? Тоже шляпа, сапоги. Ну, то есть в нее так трудно забраться. Реально очень трудно. Это нужно или чертовски тяжелое физическое испытание там проходить с огромной вероятностью упасть, что я так, в принципе, и сделал. Или же... Так, а сюда мы ходили, да? Да, ходили. Там у нас стена какая-то, там непонятно чем. А сюда я дальше пройти могу, нет? А я там офигеть как упасть могу. Это я не вижу там дальше прохода, честно говоря. Ну хорошо. Так. Тут ничего. От черта в стул уйди. О. Неплохо. Бар явно развалился. Тут у нас больше ничего нету. Ну, вроде как ничего, кстати. Пойдемте за барной стойкой еще раз пошаримся. То есть, возможно, я что-то упускаю. Ключа тут нигде никакого нет. То есть мне бы вот эту дверку на самом деле открыть. Это был бы... Ну, там, ну не знаю, ну не шорткат. Просто, ну серьезно, я так хотел сюда попасть все это время, а тут, ну, грубо говоря, ничего. Тут хилка, мертвый мужик с запиской и все. Прям все. Хм. Это очень странно все. Не падай, пожалуйста. Шмотки я с него сниму. Посмотрим, смогу ли я что-то с ними сделать. Может, они как-то типа получше будут, не получше. Посмотрим. Может, я их поулучшаю, в конце концов, и получится неплохо. С петом тебе, получается, тут не нужен. Так, С2. Я не могу достать до туда, да? А так я упаду к черту. А как мне тогда вещи переложить? Погоди. С2. Может, я могу какую-то штучку положить сюда, чтобы... Не знаю, какую-то лавочку. Можно стул в пропасть выкинуть. Почему я не могу стул выкинуть? Вы чё? Могу.
Блин, а как мне шмотки теперь-то передать? Так. Видите, они туда падают. То есть я не могу прям сюда положить. Оно как-то... Хотя могу вот так, наверное. Это вот очень стрёмно вот так по одной вещи передавать. Видите, мы остались без факела. Так, минуточку, минуточку, минуточку. Сначала банку передам. Не укатись! Блин, без факела будет реально фигово. Без факела будет реально фигово. Так, С2. Баночку я забираю. Все хорошо. Все нормально. Так, это у нас Rebracers. Это наручи. Не, наручи мне не надо. Я с таким трудом их передавал, но они мне не надо. Сапоги. Ну на, кераску. Перчи. Ну-ка. Так, хорошо. Это что, наколенники эти? Light plate. Понимаете, я себе поднял, они сейчас у меня явно получше, и они от пирсла хорошо защищают. Так, меня больше интересуют на самом деле сапоги. Что тут по кераске? Кераска тоже такая себе. Я понимаю, что это все можно починить и все дела. Вот, сапожки. Я бы вот свои тапочки поменял бы, поскольку я теперь хожу в этом. Они в ужасном состоянии, эти сапоги, да? Если мы их чуток... О, в идеальном состоянии. Смотрите, какие они стали офигенные. Давайте одеваем. Так, тапочки, может, отдадим нашему другалю сейчас. А, теперь. В поношенном состоянии. Ну, давайте эти тоже починим. В чем проблема-то? Блин, тут у меня метис затесался. Нафиг, камни выбрасываемся. Так, ну-ка. Они, кстати, прям неплохие. Они защищают больше от слэша, у них покрытие больше. Наполовинку меньше этого. Знаете, давайте их одену. В таком-то состоянии. Мне кажется, они прям хорошие. Вот эта черная броня у чувака, она прям... Вау. Погодите, погодите, погодите. Это и это. Она очень поношенная. Давайте ее починю. На броньку больше уходит, кстати. В очень хорошем. Мне все равно эти камни девать-то больше некуда. Гляньте, как интересно получается, что оно без наручей, но получается, что лучше, чем у нас. Ну, почти что. Импакта чуть поменьше. Coverage такой же. Хотя странно, тут наручей нету, но coverage такой же. И типа от слэша... Блин, от краша и пирса лучше. Давай, слушайте, я ее одену, мне пофиг. Я сейчас еще вот эти тогда наплечники одену.
Нет, где они там были? Вот эти? Да, вот эти вот рукава. Забьем. Они у нас получаются fairly good. Ну-ка. Flawless, в идеальном состоянии. Блин, а бронька у этого чувака прям тема. Перчи я себе починил, и перчи, наверное, я у него брать не буду. Так, это у нас использовано камушки. У нас остался, кстати, один. Смотрите, для того, чтобы починить эту броню, ушло довольно много камней. Окей, я согласен. Да ну... А прикиньте, я не могу выложить камушек, мне слишком тяжело, серьезно? Так... Блин, ну не знаю, не знаю. Прям хорошая бронька. Чё там с перчатками было? Ну-ка еще разочек. А самое главное, где они были? Тут же где-то ты... Или я их просто отложил, и они уже там давно. Короче, у него очень хороший сет брони у этого чела. Он... просто ужаснейший убитый и растерзанный, но если его починить, а такая возможность у нас есть, ну хорошо. Знаете что? Наверное, я его тут оставлю. Ну то есть мне все равно больше с ним делать-то нечего. Мне нравится. Мы получили хороший сет брони. Я теперь понял, в чем прикол этого места. А, нет, нет, не то. Погоди. Follow me. И теперь покажи эквип. Будем менять, наверное. Вот это получше будет. Да, конечно, получше. Он еще и с рукавами. Вот эту броньку, пожалуйста, оставь тут. Она тебе не понадобится. Ты наплечники тоже оставь тут. Теперь с ногами. Вот тебе... Вот тебе тапочки человеческие. Это тебе тоже уже не понадобится. А вот эти поножи, вот это все... А, ты больше носить, что ли, не можешь? Серьезно? Вот один твайхендер, оставь тут. Блин, красивые, хорошие мечи, но нам столько просто не надо. Так... Это все тоже сделали, записки. Смотрите, кстати, какая броня красивая получилась. Прям реально красивая. Хм, круто. Ладно, я понял теперь фишку, зачем мы туда ходили. Шлем у этого чела можно было также еще подрезать. Ну, в принципе, ладно, шлем-то тут тоже неплохой. Я бы его не носил, тот шлем, но полный сет этой брони смотрелся бы, наверное, неплохо. С перчатками, со шлемом, но я все равно не носил бы его со шлемом, так что ладно. Уж как есть, так есть. А, хорошо. Наверное, тогда еще сделаем вот так. Полежи здесь, отключим от тебя электричество. Хорошо. Суперски. Мы тогда, получается, сходили, забрали все, что можно было сходить и все, что можно было забрать. То есть хилочку и довольно-таки хороший сет брони. Не лучший, потому что лучший мы с вами, конечно же, уже просрали, но этот сет брони прям неплох. Так, теперь. Как бы нам... Это у нас к площади с девой, да. Оттуда... Оттуда у нас дверь открыта, точно. Нам не придется как-то экспериментировать, там у нас дверь открытая есть, хорошо. Мы же ее отперли. Пойдем сейчас с вами на третий уровень. А тут наверх. И вот сюда. Нет, это не та дверь, которую мы открыли. А где та? Выше, что ли? Ну-ка.
Да, вот эту вот мы открыли. Погодите, это тот стол, где я нашел ключик тогда, да? Хочу убедиться, что тут прям точно больше ничего нету. Окей, нормально. В принципе. Ты, блин, ошибка природы. Ты как тут оказался вообще? Я же уже всех тут перебил. Вообще офигевший. Ходят, прикинь. Ходят здесь, что-то хотят от меня. Ой, тут шкафчики есть. Эти шкафчики я лутал. Этот, короче, фантом-геном, он такой решил, что он может нам что-то противопоставить. Ладно. Да, вот эту дверку мы открыли. Теперь мы можем спокойной совестью ломануться в... На третий уровень. Да, на третий уровень пойдем. Все-таки грохнем Чубаку. Мы, по идее... У нас силенок-то хватит. Я надеюсь, все нормально. Нам сюда? Или... Нет, стоп, это... Да хорош там перецепаться об него. Это не та комната, нам не сюда. Нам вот сюда. Почему-то эта часть у меня не высветилась такая. Так, кстати, как у нас по батарейке? Ты собрался чувак убить? Ну, вроде как есть. Давайте-ка я свеженькую поставлю. Чтоб точно хватило. Надеюсь, это тварь трусливая не сбежит. Короче, да, фишка-то в том, что можно было посмотреть разум. И если бы мы посмотрели разум нашего напарника в тот момент, когда мы сражались с этими когтями смерти, с дьяволами и всякое такое, мы бы увидели, что он тупо испугался. И говорят, что типа это происходит или когда у тебя слабая броня, или что-то такое. Потому что кто-то свою хорошую броню просрал, да, чел? Очень прикольно с твоей стороны. Ладно. Пойдем. Печалька то, что остались без факела. Прям вот тоска, печаль. Хорошо, тут у нас есть скелеты, в принципе, которых мы можем позахватывать, и они находятся близко к выходу, поэтому меня, в общем-то, все устраивает. Ты где? Фекалоид, ты где? Иди сюда. Вон там. Слышно шаги. Вон он. Да, наш другалек сбежал. Все! Нет, не все. Все. Короче, с этой булавой он вообще безобидный. Серьезно. То есть она даже его станет. Она, я думал, что она станет только существ поменьше, но она станет даже Диаблов, и она станет даже вот это вот говно. И получив булаву, с вот этой штукой разобраться вообще нефиг делать. То есть я в прошлый раз, когда его убивал, я его там еще мечами резал, он там в стену застревал и всякое такое. А вот с вот этой вот булавой, ну... Не, я понимаю, что в прошлый раз я его тоже хорошенько покоцал, но вот сейчас... Мне показал, где скелет ходит, это у меня булава искрит. Ну а сейчас, смотрите, ну он вообще, ну тряпочка, ну вообще лошара. Ну серьезно, с этой булавой, ну там вообще просто даже разговаривать не о чем. Да. Я думал, у нас тут сейчас будет бой, блин, не на жизнь, а на смерть и всякое такое, а...
Ну, вот это вот, ну, не то чтобы я буду прям жаловаться, что это булава слишком читерская, но, блин, ну вы посмотрите. Я бесполезный кусок желейки. Не трогайте меня. Всем пока. Ай, блин. За тобой я возвращался сюда. Иди ты нафиг. Ладно. А куда нам там надо было? Прикиньте, я сейчас в третьем уровне заблужусь. Нет, у меня карта есть. А, не-не-не, все, я узнал местность, нормально. Мы сейчас подойдем к яме с этой стороны. Я просто такой решил побравировать, думаю, покажу-ка я без карты. Итак. Хорошо. Короче, задание у нас на сегодня было попасть в ту секретную территорию. Ну, мы попали. Давайте-ка, знаете, что я сейчас сделаю? А, тут нету двери. Это печально. Кстати, а что в бочке? Ничего? Ну ладно. Дверки позакрываю сейчас все тут. Ну там просто есть дверки, которые не закрываются, а есть... Вот эта дверка, я не помню, тут есть? Нет? Нету. Спасибо, блин. Вот эту дверку закрою. Чтоб никого лишнего не пришло. Вот эту. Так, а я тут везде все копался, да, уже? Так, хорошо. Что мы делаем? Мы делаем... подожди меня здесь. Мы делаем... Он должен быть в поле моей видимости, что ли? Да ну подымишь ты его. Сидите там, агрессивные мои. Пойдем. А где? Это я, дурак. Я не могу перейти на другой уровень скелетом, да? Не могу. Жди меня здесь. Идем, скелетоще, дружище. Но! Да, скелетом я не могу перейти на другой уровень, но могу перевести скелет на другой уровень и уже за него играть. Отлично. Итак, что мы хотим сейчас сделать? Блин, жаль, что факел так глупо просрал. Сейчас бы он мне так помог, я бы его каждый раз скелету отдавал бы, чтобы он ходил. Придется лазить в темноте в какой-то. Так, хорошо. И прикиньте, тут сейчас какая-то эта собака недобитая останется, которая начнет мне мозги делать. Так, это у нас... Это у нас зачем? Это у нас куда? А туда можно попасть через... А, мне все равно придется через туалет идти, да? Там дыра, туда лучше не идти. Блин, сейчас я вспомню, как вообще все это проходится.
Значит, короче, квест, пройди это все по темноте. Вот, вот тут проход через туалет. Да, точно, вот он проходит через туалет. Твою за ногу! Я думал, я тут всех перебил. Идешь к черту. Давай, давай, вот тут его убей. Вот тут, на светлой территории, чтобы я его легко нашел. Вот тут вот его убей. Хорошо. Я сейчас за тобой приду, урод. Ты хоть вообще понял, ты в какие эксперименты лезешь? Я же сказал, что сейчас, прикиньте, найдется какое-то говно, которое начнет лезть. Бесит. Оно тебе надо. Я тут вообще делами, наукой занят. А ты, блин, мне тут лезешь, начинаешь... Ай, блин, вот не люблю таких людей. Так, вот через здесь это было. Я сейчас приду, тебя сейчас накостыляю, чувак. Ну, это вообще тупые. Вот сюда нам надо. Говорю, вот будет номер, если какое-то говно сейчас появится. Я думал, что я всех перебил. Они лезут и лезут, непонятно откуда. Давай поговорим, иди сюда. Сильно умный, блин. Где ты? Ну ко мне подойди, ну чё, я тебе что ли искать теперь должен, да? Так, как на скелета наехать, так ты наехала, как ко мне подойти, так... О, вот, иди сюда. Да иди нафиг. Фарш, успокойся. Ты офигел уворачиваться? Отлипнет ты от меня. Иди сюда. Ой, он еще и выеживается. Фига себе! Что, блин? Ты вообще нормальный? Так, ладно, все. Хорошо, хорошо, хорошо. Где моя электробулава? Вот она. Эть, подними, пожалуйста. Там заряд оставался? Оставался. Да блин, ну какого-то сраного фарша убить, ну вы чё? И опять куда-то исчезла. То есть, ну я тебя бегать искать, что ли, буду? О, блин. Так, а что у меня манну-то держит? Ну и все! Я вот не понимаю, что это была за проблема. То есть, ну, каким образом он меня еще, кроме того, что моему скелету помешал, еще и меня вырубил. Это вообще как было? Это было законно? Так, другалек, ты у нас без пушки ходишь. Ну и ходи без пушки, нормально. Тебе, в принципе, оружие не обязательно. Для тех целей, которые я для тебя задумал. Только не упади, пожалуйста. Так, я вообще правильно иду? Вход с кривым этим. Да, да, вроде нормально. Пойдем.
Тут надо аккуратно пройти. Не упади. Так, у нас есть две вещи, которые нам нужно попробовать. Первое. А, нет, первое это нам тут просто пройти вперед и добраться до моста. И, типа посмотреть, что будет. Сюда вроде как. И вот сюда. Да, вот это место. В общем, вызывает любопытство, что будет, если сюда упасть. Потому что вроде как нету урона от падения. Ничего не будет, он нормальный, он живой. Реально урона от падения нету, и поскольку это часть локации, то в принципе ничего так и не случилось. Идти куда-то тут, ну вон, можно обратно в подземельку типа свалить, но нам туда вроде как не надо. Хорошо. Ну, по сути, тут больше этим скелетиком делать нечего. Оставляем его там гнить. А как мне теперь от тебя отвязаться? А что у меня тогда манну-то держит, ребят? Я же оба своих скелета отпустил. Почему мне считается какое-то заклинание до сих пор рабочим? Ха. Ладно, вниз сиганули. Попробовали, как оно. Оно вроде не шоток. А вот эта дверь, она случайно не открывается? Это на самом деле очень бесит, сколько тут неоткрываемых дверей. Вот этот ключ, он же вряд ли справится, да? Да. Хорошо. Знаете что? Погодите. А где у нас было? Это монеты. А, вот, зельки. Посмотрим, насколько они лечат. Что произойдет? Вообще лечебные эти зельки или не лечебные? Давайте я оба жахну. Не знаю. Бутылочки вроде кликаются. Я пока не уверен, лечит меня эта штука, не лечит. Давайте один компас сюда скину. Ну-ка. Бутылочки теперь больше по отдельности, кстати, не кликаются. Не знаю, очень какая-то такая странная штука. Вот, типа, собирались посмотреть, что делают эти бутылочки, но, типа, посмотрели. А что дальше? Ну, хорошо. А еще один маленький эксперимент. Мы сейчас с вами пробежимся тут. Посмотрим. Я хотел бы еще кое-что проверить, но для этого мне понадобится второй скелет. Давайте, наверное, я схожу за вторым скелетом, и мы с вами уже вернемся, чтобы не тянуть время. Ладно, ребят, произошла одна маленькая штучка. Вот я сейчас пришел за скелетом, да, вроде как все нормально, но... скелет у нас также валялся еще в базовой комнате с ямой. Я
закинул на скелета оживление. И почему-то, ну, не подумал, что мне нужно еще перейти на другой уровень. И я такой сразу взял и вселился в этот скелет. Потом, черт, я же не могу скелетом переходить на другой уровень. Думаю, выселюсь-ка я из него. Вот, выселиться у меня почему-то не получалось. Я уже не знаю, баг или фича, или как все это происходит. Я его просто скинул туда в яму, потому что я побегал минутки три, попытался покликать, поклацать, что-то сделать, чтобы выселиться из этого скелета. У меня не получилось. Не получилось выйти из того скелета, я его просто тупо скинул, думаю, окей, найду сейчас еще. Но посмотрите, сколько у меня сейчас маны использовано. То есть, до этого, почему-то, не используя ни одно заклинание, у меня было на постоянном использовании кусочек маны. Сейчас, когда я выкинул того скелета в пропасть, у меня еще больше маны осталось на постоянном использовании, как будто я ее, ну, как будто я его до сих пор продолжаю поддерживать, хотя скелет сдох и улетел. Я это точно видел. То есть я его сбросил, он улетел, умер, и меня из него выкинуло в моего обычного персонажа. И теперь, вроде как я могу сколько там, 3 заклинания одновременно поддерживать на данный момент. И у меня вот такой вот вопрос. Смогу ли я сейчас, в принципе, в этого-то другаля вселиться, если у меня столько маны уже используется? Считается ли это, что я использую заклинание или нет? Как это все идет? Короче, очень... Не знаю, очень вот это все выглядит как баг. Так, пожалуйста, не падай. Хочу сделать вот что. Мы сейчас с вами пойдем вон в то местечко, в которое я раньше протыкался через стену. Но я туда шел сам, рисковал своей шкурой, потом в конце концов там и упал. Правильно, пинай эту гадость. Вот, а сейчас мы туда пойдем... За нашего любимого скелетончика. Если получится. Если вот, вот это вот... Да, срабатывает. Прикиньте, это сжирает всю мою манну, но это срабатывает. Ты, а, ты протиснуться не хочешь? А! А тут темно. Прикиньте, а без факела там делать нечего. Ладно, пойдем пока что вместе, но если будет опасность, вот тогда я в него переселюсь. Как же жалко, что я, короче, факел скинул. Это вот просто неимоверно жалко. Причем бездарно так, я его просто не поймал. Так, вот тут вот есть у нас места, да? А это выход из-под моста. Да, это выход из-под моста. То есть, по идее, вот. А, можно пройти здесь. А зачем? Ой, тварь! Тупая! Там и оставайся. Серьезно тебе говорю, другая. Раз ты настолько туп... Давай, до свидания. Вот, видите, я его усыпил, ну, грубо говоря. То есть, тут, по идее, если положить досточки, тут можно пройти, там можно пройти. А, не, ну там... А, вот тут вот у нас как раз и лежали доски. Нет, все, я понял, где мы находимся, я понял, что нам туда не надо. Там вот как раз и лежали доски, которые я забрал и пытался перейти через мост, потом пытался перейти в это, блин... Хотел сделать одно, а получилось все-таки не очень красиво. То, что я сначала факел уронил, теперь у меня скелеты падают. Ну, я типа могу пойти за еще одним скелетом, но зачем? Нам, по сути, это не нужно. Посмотрим сейчас тут что-то, может, интересное. Тут не ящичек, тут просто камни, да? То есть тут просто кто-то камни таскал. Вот, у нас есть вот это местечко с мостиками, что можно перейти дальше. Вот это я хотел пройти тут скелетом. Но опять же, скорее всего... Не скорее всего, я просто теперь вижу по карте, что это проход... Нет, знаете, там что-то есть.
Это центральное такое место между тем местом, где был трупачок с зельем, и между вот этим вот. То есть есть такие три, грубо говоря, тайные территории. Вход сюда, через вот эту разбитую стенку, вход туда к трупаку, или через ту дверь, или через вселение труп, а вот вход в среднюю локацию. Или тут как-то нужно все правильно построить. Или же... надо как-то пересечь мост. То есть это вот, вот эта третья центральная локация, это вот если пересечь мост, туда можно попасть. Но мост обвален, и его никак не пересечь. Ага. Сам я туда, естественно, конечно, уже не пойду. Вот. И мне кажется... интересно, вообще, нужно будет поискать информацию, кто-то туда смог попасть или нет. Если вы об этом знаете, ребят, пишите, пожалуйста, на центральную часть, которой ведет обрушенный мост. Туда, в принципе, можно как-то попасть или нет? Потому что, судя по тому, что здесь лежат доски, вроде как можно пройти, а с другой стороны, я в прошлый раз, когда это сделал, я навернулся. Возможно. Возможно. Нужно взять, наверное, еще одного скелетика. И... я не знаю. Ну, то есть, просто скелетом там ходить темно. Факел я, к сожалению, да, продудлил. Очень обидно получилось. Вот. Но, короче, тем не менее. Кстати, а почему в игре только один факел? То есть, его тебе дают в начале игры, и все. И потом, типа, крутись с этим как хочешь. Это немножечко жаль. Да, лекарства, кстати, по-моему, ничего не делают. Если я правильно понял. И они вроде как нажимаются, но употребить их больше нельзя. Да, the bottle is empty, и... обе бутылочки пустые, я обе бутылочки выжрал. Но вроде как мне ничего не вылечило, или... погодите, а это случайно те две бутылочки, которые я выпил, это не они у меня занимают манну? Может, я теперь что-то делать могу еще? Это же не может быть просто совпадением, что я выпил две бутылки, а мне теперь не хватает два, грубо говоря, слота манны. Хм, надо будет про это тоже подумать на досуге. В общем, как я это вижу? Если уж идти туда, то это брать скелета, давать ему какое-то освещение с собой, уж не знаю, как это сделать. Ту же самую булаву искрящуюся, она дает освещение, или же шлем, вот этот визор. Блин, вспомните бы, где вообще старый визор-то оставил. Так, follow me. Я где-то выложил старый визор. Черт, это обидно. Вот если бы найти старый визор, может, я в каких-то старых сериях посмотрю. Ладно, это такие очень-очень-очень спорные эксперименты, которые я вот сейчас теоретически даже это все произношу вслух, и оно все кажется очень сомнительным, и очень я вообще вот не знаю, как и где. Поэтому я что-то не уверен, что я хочу прямо всем этим заморачиваться. Мне интересно, что там посередине, но я хочу найти теорию, как туда попасть, потому что вот так, как это сейчас выглядит с карты, ну... там чудеса эквилибристики надо проявить, чтобы туда добраться. Хотя теоретически там лежат доски, и как-то теоретически туда можно попасть. Просто как сделана физика в этой игре. Я так предчувствую, что у меня на это там уйдет такой хороший пучок нервов. И я даже не знаю, что там и можно ли туда попасть. Короче, все, хватит этой демагогии. Ребятушки, я считаю, что на этом нужно заканчивать. Я считаю, что это у нас конец второго прохождения, что мы открыли что-то новое для себя, побывали в новых местах, почувствовали новый опыт игры за мага и вообще игры с напарником, хотя он тот еще трусливая какашка оказался под конец, ну ладно. Честно, в подземельях он меня очень сильно выручал, он там прям затащил, так что не будем сильно прям уж принижать его достоинство. Ладно, ребятушки. Тут у нас, пока мы играли заодно, пришла и бетка, и обновочка, и все дела. Посмотрели мы на кучу всякого интересного. Я думаю, пока что все. Будем заканчивать. Будет новый контент, мы его обязательно отснимем. Но пока что, думаю, мы видели все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Возможно, в следующих сериях.
каких-то обновлениях. И уж точно увидимся в следующих проектах и игрушечках. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.